Всем большой привет, меня зовут Ирина, и сегодня я приглашаю вас на зарядку для беременных и не только. И не только, поскольку двигаться мы будем сегодня активно и интересно будет всем. Сегодняшняя практика подойдет вам, если позаниматься очень хочется, но времени совсем мало, а вот энергии и сил очень много. Если вы сегодня чувствуете себя не очень бодро, открывайте это видео, там мы двигаемся плавно и медленно. Ну а сегодня вся зарядка пройдет очень активно, поскольку в нашем состоянии очень важно много двигаться для того, чтобы предотвращать отеки, застои и улучшать венозный отток. Там, где движение, там жизнь, так что давайте начинать. Мы с вами встаем стопами шире, чем ширина таза. Если это положение дискомфортно, вставайте поуже. Разводим носки наружу градусов примерно на 45. И со вдохом присаживаемся, поднимая руки вверх. С выдохом возвращаемся в вертикаль. Вдох вверх, выдох, встаем. Вдох, садимся, выдох вверх. И со вдохом садимся вниз, перекрещиваем предплечье над головой. С выдохом опускаемся в наклон вправо. Вдох вверх, выдох в наклон влево. И продолжаем вместе с дыханием. Спиной скользим по невидимой стене сзади. Не наклоняемся лопаткой ни вперед, ни назад. Вытягиваем бока. Обязательно сохраняем дыхание. Со вдохом встаем и поднимаемся вверх. Разворачиваемся к правой ноге. Разводим стопы чуть-чуть пошире. Поднимаем прямые руки вверх. И с выдохом сгибаем правую ногу, выпрямляем левую. Делаем здесь вдох. На выдохе левое колено к полу, не до конца. Вдох, нога прямая. Выдох, сгибаем. И продолжаем. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Со вдохом ногу выпрямляем, тянемся пяткой назад, чувствуем вытяжение передней линии. Разводим руки в стороны параллельно полу, большие пальцы в кулаки. И вращаем кулаками, разогреваем лучезапястные суставы в одну сторону. И в другую сторону. Отлично, раскручиваемся снова вдоль коврика, руки остались параллельно полу. Мы делаем здесь вдох, а с выдохом левую руку опускаем с внутренней стороны правой стопы, правую лопатку толкаем назад. Вдох вверх, выдох, правая рука в пол, левая рука назад. И продолжаем вдох и выдох. Если рука до пола не достает, либо оставляем ее на весу, либо ставим на кирпич для йоги, на какое-либо возвышение. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох. И с выдохом остаемся в выпаде на правую ногу. Делаем здесь выдох. Со вдохом правая рука в пол. Выдох, левая вверх. Вдох, левая в пол. Выдох, правая вверх. И продолжаем скрутки на выдохе. С выдохом поднимаем левую руку вверх и вращаем ею по кругу широкими амплитудными движениями, чтобы хорошо разогреть левый плечевой сустав. Взглядом сопровождаем нашу руку, прям смотрим на ладонь, на кончики пальцев. Отлично, и опускаемся тазом ниже, поднимаем левый носок вверх, чуть вытягиваем внутреннюю и заднюю поверхность левой ноги. Не перетягиваем, помним, что в беременность мы не уходим глубоко, всегда оставляем зазор, куда еще могли бы опуститься, но не опускаемся туда. Отлично, и встаем, правая ладонь с внутренней стороны левой стопы, делаем вдох, с выдохом левую руку поднимаем вверх, вдох, левая в пол, выдох, правая вверх. И продолжаем, вдох и выдох, вдох, выдох. Поднимаем правую руку вверх и вращаем ее по кругу широкими амплитудными вращениями. Глазами смотрим на свою правую ладонь, на кончики пальцев рук, так, чтобы размять и разогреть и шейный отдел. Отлично, опускаемся еще ниже, поднимаем правый носок вверх, чувствуем вытяжение по задней и внутренней поверхности правого бедра. Поднимаем таз выше, собираем стопы чуть поуже, внешние края стоп параллельны друг другу, сгибаем ноги в коленях и повисаем вниз расслабленной спиной, перекрещивая предплечье. Слегка пружиним корпусом вниз-вверх, ноги согнуты в коленях. И покачиваемся вправо-влево, до вытягивая бока.
Шея полностью расслаблена, голова мягко свисает вниз. Мы расплетаем замок рук, оставляем ноги согнутые, позвонок за позвонком. Медленно поднимаемся вверх с круглой спиной. Расправляем плечи и лопатки. Со вдохом тянемся руками вверх, уходим в легкий доступный прогиб, чтобы не было боли и дискомфорта в пояснице. И с выдохом сгибаем ноги, опускаемся вниз. Вдох, вытяжение. Чуть толкаем таз вперед. И выдох, садимся. Не зажимаем шею сзади на прогибе. Не напрягаем мышцы лица. Все движения вместе с дыханием. Дыхание не задерживаем. И со вдохом вытягиваемся, толкаем таз вперед, фиксируем статику. Тянемся руками вверх, макушкой вверх. Делаем вдох и с выдохом опускаем руки вниз. Разворачиваемся к левой стопе. Разводим стопы чуть пошире друг от друга. Поднимаем прямые руки вверх. И сгибаем левую ногу. Правая остается прямая. Левая согнута. Колено смотрит на носок. Мы делаем здесь вдох и с выдохом правое колено вниз, но на пол его не опускаем. Вдох, ногу выпрямляем. Выдох вниз. И выпрямляем правую ногу, разводим руки в стороны и вращаем предплечьями в одну сторону. Разогреваем локтевые суставы. И в другую сторону. Отлично, разворачиваемся вдоль длинного края, чуть собираем стопы уже, но носки оставляем смотреть в стороны. Мы поднимаем прямые руки вверх и с выдохом опускаемся тазом вниз, ладони в намасты перед грудью. Расталкиваем плечами наши колени, бедра. Толкаем грудную клетку вперед, макушкой тянемся вверх, фиксируем маласану. Ну, если пятки до пола не опустились, можно остаться на носках, либо собрать коврик, опустить пятки на коврик. Фиксируем здесь, и здесь мы работаем с вами мышцами тазового дна. Мышцами тазового дна работаем в динамике. Мы напрягаем их, втягиваем и расслабляем, выпускаем. Напрягаем, расслабляем. Напрягаем, расслабляем. Стараемся почувствовать две эти фазы. И фазу напряжения, и фазу расслабления. Следим, что работа с мышцами тазового дна не дает лишнего тонуса матке. Отлично, останавливаемся и отсюда переходим мягко в кошку. Колени под тазом, ладони под плечами, пальцы рук широко расправлены. Мы на вдохе прогибаемся, уводим взгляд вверх. И на выдохе округляем спину, толкаем лопатки вверх. Вдох, прогиб, выдох, круглая спина. Отлично. Левую голень кладем параллельно короткому краю коврика. Левая ладонь под плечо. Не ставьте ладонь слишком близко к колену, лучше чуть подальше. Вытягиваем правую руку вверх, правую ногу параллельно полу. И на вдохе правая рука уходит вдоль головы. И на выдохе пробуем собрать колено и локоть. Вдох, вытягиваемся. Выдох, собираем. Левой рукой хорошо толкаемся от пола. И с выдохом собираем колено и локоть, держим 5, 4, 3, 2 и 1. Опускаемся, кошка, меняем сторону. Правая голень параллельно короткому краю. Правая ладонь под плечом, лучше чуть дальше от колена. Вытягиваем левую ногу параллельно полу, левую руку вдоль головы, вдох. И с выдохом колено с локтем собираем вместе. Вдох и выдох. И сохраняем статику на 5, 4, 3, 2 и 1. Возвращаемся в кошку. Разводим руки шире, чем ширина плеч. Прям ладонями можно встать на пол, справа и слева от коврика. И мы на вдохе опускаем грудную клетку вниз, а на выдохе выталкиваемся. Отжимание в кошке. Вдох вниз, выдох вверх. Вдох, выдох. Делаем на свою глубину, на свою амплитуду, доступную на сегодняшний день. И в
возвращаем ладони под плечи, разводим колени чуть шире, чем ширина таза, ставим стопы на носки, делаем вдох. И на выдохе толкаем таз вверх, не спешим выпрямлять ноги в коленях. Бедра остаются чуть прижаты к животу, и мы поочередно то правую, то левую пятку опускаем в пол. Расслабляем шею, голова мягко стекает, свисает вниз. Вытягиваем задние поверхности бедер. И поднимаем правую ногу вверх, раскрываем таз, вращая правую подвздошную кость в потолок и вращаем стопой по кругу в одну сторону и в другую сторону. Закрываем таз, опускаем правую ногу в пол, поднимаем левую вверх, раскрываем левую подвздошную кость в потолок и вращаем левой стопой по кругу в одну сторону и в другую сторону. Отлично. Опускаем левую ногу. Опускаем в пол колени пошире. Опускаем таз на пятки. И вытягиваемся руками вперед. Шишанкасана. Отдыхаем. Восстанавливаем здесь дыхание, если сбилось. И мы сохраняем руки на коврике шире, чем плечи. И мы на вдохе грудной клеткой между ладоней, как кошечки под забор, пролазим внизу вдох. И на выдохе выталкиваемся руками, округляем и с круглой спиной опускаем таз на пятки, выдох. И вместе с дыханием вдох внизу, выдох, круглая спина. Если рукам очень тяжело, делайте не так низко. Наша задача подключить позвоночник, и нету цели опуститься сильно низко к полу. И снова таз на пятки, лоб на коврик, отдыхаем. Выдыхаем все напряжение. Восстанавливаем глубину, амплитуду дыхания. Приподнимаем корпус вверх и аккуратно через бок ложимся на спину. Сначала ложимся на бок, всегда ложимся через бок. Собираем вместе колени. Собираем вместе спереди наши ладони, опускаем голову на коврик. Если больно шее, можно положить голову на невысокую подушечку. Мы делаем вдох и на выдохе правую руку уводим вправо. Следим, чтобы колени не разъехались. На вдохе возвращаем ладони вместе. Выдох, скручиваемся. И с выдохом уводим правую руку вправо и даем правой лопатке мягко свисать, стекать вниз, чувствуя хорошее, приятное вытяжение грудных мышц спереди. Возвращаемся. И аккуратно через спину ложимся на другой бок. Собираем вместе колени, вытягиваем правую руку, кладем сверху левую. Мы делаем вдох и на выдохе за головой проводим левой рукой влево. На вдохе снова ладони вместе. Выдох, скрутка, вдох, возвращаемся. Колени держим вместе для того, чтобы почувствовать скрутку в позвоночнике. И остаемся в скрутке, в статике, позволяем левой лопатке мягко под собственным весом стекать вниз. Возвращаемся и аккуратно ложимся на спину. Мы недолго здесь пробудем, но если вдруг лежа на спине у вас сразу дискомфортное ощущение, эту часть пропускаем. Мы поднимаем вверх руки, поднимаем вверх ноги и вращаем одновременно и ладонями, и стопами. В одну сторону и в другую сторону. И пальцы и на ногах, и на руках сжимаем в кулак, расправляем веером. Сжимаем, расправляем, сжимаем, расправляем. Отлично. И трясем быстро-быстро расслабленными руками и ногами. Тараканчик. Скидываем все напряжение. Чувствуем, как ногам и рукам становится легко. Опускаем стопы к тазу и аккуратно также через бок, медленно помогая себе рукой, толкаясь, встаем.
Мы закончили наше занятие. Я благодарю вас за внимание, за ваше время. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я желаю вам здоровья, прекрасного самочувствия и до встречи в новых видео. Пока-пока!